Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин посетил Татищевское благочиние. Архипастырь осветил домовый храм в честь покрова Пресвятой Богородицы в селе Широкое, а также актовый зал общеобразовательной школы номер 1 в Татищево. В центре села Широкое в этот день собрались нарядно одетые жители. У них сегодня праздник особый. Спустя многие годы в Широком снова появился храм. И эта небольшая домовая церковь – огромная радость для сельчан. Город Саратов от нас все-таки далековато. Ездить туда в храм, посещать нет возможности. Это в каждый праздник, скажем так, или в каждый выходной день. Но необходимость в этом есть. Нашлись спонсоры. Огромное им спасибо. И дай Бог им здоровья, всем этим спонсорам. Мы в данный момент ждем митрополита Лонгина для освящения нашего домового храма. Помещение для домового храма было передано сельской администрации в марте этого года. Освящен этот храм в честь покрова Пресвятой Богородицы, как и тот, что когда-то в годы лихолетия был разрушен в селе Широкое. Пообщавшись с местными жителями, владыка отправляется в Татищево. Там, в общеобразовательной школе номер 1, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин освящает актовый зал. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. После освящения вручение медали Саратовской митрополии спас нерукотворный. Архиерейских грамот и благодарственных писем за помощь в обустройстве домового храма в селе Широкое и помощь приходам Татищевского благочиния. После церемонии награждения спектакль к празднику Светлой Пасхи, подготовленный учащимися школы. И нас на земле сподоби, чистым сердцем тебе славить.